понедельник, 21 ноября, Святая Православная Церковь совершает празднование Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Выбор даты праздника не случайен. Он был установлен в начале 4 века на поместном Лаодикийском соборе. Совершается празднование в 9 месяц от марта, с которого в древности начинался год. Согласно христианскому богословию, существует 9 ангельских чинов. Поскольку по старому стилю праздник совершается 8 ноября, 8-й день месяца указывает на будущий собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного Суда. Также поэтому святые отцы называли Страшный Суд днем восьмым. Первым ангельским чином являются серафимы, что значит «огненные». Они пламенеют любовью к Богу и побуждают к ней других. Второй чин – херувимы. Их имя значит «просвещение», через них посылается премудрость. Далее следуют престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию. Четвертый ангельский чин – господство. Они наставляют земных властителей, учат владеть чувствами и побеждать искушения. Пятый чин – силы. Они исполняют волю Божию, творят чудеса и дают мир чудотворения святым. Шестой чин – власти, которые помогают в борьбе со злыми помыслами. Седьмой – начало. Они охраняют страны, народы, племена. Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумения воли Божьей. Ангелы, что значит вестники, хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших. Ангелами также называют и все небесные силы. Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой архистратиг Михаил. Имя его означает «кто как Бог», ведь именно он низвергнул восставшего против Бога ангела Денницу. Из Священного Писания и Священного Предания известны также архангелы. Гавриил – крепость Божия. Рафаил – целитель человеческих недугов. Уриил – просветитель. Силафиил – молитвенник Божий. Иегудиил – славящий Бога. Варахиил – раздаятель благословения Божия на добрые дела. Иеремиил – возвышение к Богу. В этот день скит Свято-Успенской Святогорской Лавры в Адамовке отмечает престольный праздник. Нижний храм посвящен архистратигу Божию Михаилу, в честь которого крестили будущего святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского.